Итак, здорово, ёб твою мать. Дошла очередь на до Феррари Ла Феррари. Давно уже хотел снять видео про эту тачку. Соответственно, она есть в Ассетто Корсе. В Project Cars там вообще Феррари нету. Вот, поэтому... Чем хороша Ассетто Корс, что есть в ней некоторые тачки, которых нет в Project Cars. Вот, ну что можно сказать про эту тачку, да? Я на ней вот сейчас на стриме прям ездил. Люди видели, что... Я не пизжу, да, что реально, чтобы я записать такое видео, я 2-3 часа хуярю на тачке. Вот я на стриме 2 часа ебошил, блядь, все наблюдали. Вот, тачка очень быстрая, естественно. И более того, я скажу, если честно, она кажется неестественно быстрой. То есть она напоминает какой-то болид Формулы-1. Она развивает вообще нереальные скорости. Она очень сильно устойчивая, хотя даже несмотря на это, я все равно 2 часа проходил трассу, потому что хоть она устойчивая, но она развивает такие, она развивает такие большие скорости, что что все равно тяжело, да, как бы в повороты вписываться, потому что слишком быстро она валит. Блять, нищая шлюха, что там за подписывается, сука. Вот, поэтому... Не так все просто, да. Вообще она, конечно, охуенно держит трассу, просто охуенно. И она очень неплохо контролится. То есть даже при заносах, вот я сейчас на зеленку выехал, я несколько раз даже выеду, как бы, но она очень хорошо контролится. Вот. Но из-за вот этот занос был, видите, вот сейчас вот поймал, особенно в начале, там полудрифт такой был. Вот. Но скорости очень большие, да, я уже 10 раз это говорю, и из-за этого на ней все-таки тяжело все равно ехать. Так. Видите, 250, вон она разгоняется. То есть максималку я на этой трассе на ней развил 345 в час. То есть в конце это будет 345 в час. Вот, давайте посмотрим вид от первого лица. Вот так вот даже можно сделать. Вон, видите, спойлер работает, отрабатывает. Да, вон, видите, он работает. Он, вон даже, он вытягивается, ебать. Он не просто поднимается, он вытягивается. Это при торможении, что ли, ебать? Смотрите, что с ним творится. Вот, короче, что можно, да, еще сказать? На самом деле, я уже все сказал по этой тачке. Она очень сверх даже быстрая, то есть, ну, она реально как Формула-1 практически хуярит. Она не заносится, то есть очень большой контраст. Тут вот в этой игре есть тачки, да, различные, на которых, ну, очень серьезно ощущается занос, нос, там тяжесть. Вот тут же Mercedes SLS я снимал видео, то есть очень тяжелое в управлении, скорости не такие большие, его сносят пиздец как. Вот, эту же тачку... держит просто охуенно. То есть такое ощущение, что на самом деле даже заплатили просто Феррари, они заплатили, блять, как бы игре, чтобы ее сделали такой охуенной. Потому что, ну, не верится, да, по сравнению с другими тачками, тоже достаточно современными. Та же Феррари F40, вот я делал обзор. То есть она, Феррари F40, вот она очень хуёво управление, да, как бы у нее. Она очень хуёво держится, ее охуенно заносит. При том, что это тоже суперболид, он, конечно, уже старый, но это суперболид. Вот, эта же тачка, она просто как приклеенная практически. Вот чисто из-за сверхбольших скоростей вот такая хуйня как бы была, что я не смог быстро пройти трассу как бы. Ну, не то, что быстро с первого раза, да, там, со второго, с третьего. Потребовалось много попыток. Вот, в принципе, экшен хороший. То есть, вот, видите, как меня занесло прилично. Боком даже проехался. Давайте даже попытаемся этот повтор сейчас посмотреть. Сейчас. Вот. Сейчас я получше сделаю позицию. Видите, несет. Но выглядит, если честно, неестественно, согласитесь. То есть вот этот занос, он как-то что-то есть такое дубовое. То есть
нету естественности в нем. Вот. Тачка, я хуй знает, это LaFerrari, она в серии есть. Ее в любом случае выпустили очень мало, а по-моему это даже вообще прототип. Вот еще раз занесло, как бы. То есть, по-моему, это вообще прототип ебаный. Их не выпускали серийно или там выпустили 5 штук. Вот. Но, вот пятый раз уже говорю, но это реально самый основной лейтмотив этой тачки, что она просто нереально едет. То есть нереально быстро, нереально... Даже не то, что быстро, а как она охуенно держит дорогу, просто нереально. Не может быть такая сверхразница между Ferrari F40 и вот этой вот Ferrari. Вот жаль, здесь нету Ferrari F50, блядь. Ferrari F50 вообще очень редко где она есть. Вот она есть в Need for Speed Rivals, но, по-моему, она там только в дополнении, в платном дополнении. То есть вам 200-300 рублей придется заплатить, чтобы покататься на Ferrari F50, при том, что это будет... Ёбаная аркадка, здесь-то это симулятор, как бы. Вот. Ну вот, основные мысли на самом деле я озвучил. Тут больше ничего такого, в общем-то, сказать нечего. Про само Assetto Corsa я уже очень много раз говорил. Смотрите предыдущее видео. Что я думаю по поводу там того, что это симулятор, не симулятор. Как вообще поведение. Вот. Вот сейчас я напрямую скоро уже выйду, где я развил. А, или это уже было, блядь. Неужели это... Не, это не конец, блядь. А, это еще 6.20. Вот сейчас уже прямая будет, на которой я развил 345 километров в час. То есть, ну я не верю, что... Дело в том, что на этой прямой она похожа под уклоном, да, вверх, в горочку. И всякие BMW M3, они вообще на ней не едут. То есть они... Там очень медленно разгоняется. Эта же Ferrari, она просто 345 вырулила. Вот смотрите, вот вали, да, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330. Вот там внизу есть спидометр, 335. Вот видите, сейчас в горку едет 340, 342, 343, 44, 45, 46. 346 в час я выжил на ней. Ну это вообще нереально, тем более там вот в горку. Всякие BMW M3, как я уже сказал, она вообще тут не едет по этой прямой. Она разгоняется кое-как там 250 валит и все, короче. Ну может 270 кое-как. Это же Ferrari просто вот 345 выжила и не поперхнулась как бы. Ну вот результат около 7,5 минут. Это днищенский результат, но как бы мне похуй, короче. Все, покедова.